Первый случай в практике нейрохирургов. В Дагестане врачи республиканской клинической больницы впервые провели уникальную операцию по лечению сразу двух сложных патологий – опухоли головного мозга и аневризмы сонной артерии. Одно из самых распространенных последствий разрыва сосудов головного мозга – это инсульт, который сопровождается кровоизлиянием в мозг. Из-за сложности диагноза такие операции проводятся раздельно. Но чтобы избежать последствий, нейрохирургами было принято решение одномоментно выполнить сразу две операции. Все прошло успешно. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.